Ну, ребят, всем привет. Хотел сказать, что я выиграл в розыгрыше «Папа чинит». Так что я чуть-чуть уже экономлю на ремонте машин. Не выбрали только на какую. Что еще? С партнерами на стадии переговоров мы находимся. Пока непонятно, как это все получится. Ну, получится, будет хорошо. Нет, так нет. Вот. Сейчас что? Короче, газонокосилка была в ремонте. Все заросло. Так что вот, сейчас будем... Все прибирать, убирать, не знаю, делов, наверное, до вечера. Эх. Ну и по обзору на черри. Я сделал ровно 2 минуты, он будет в начале недели выложен, потому что на ютубе он будет также в начале недели выложен. Я для Кати его тоже уже смонтировал, там осталось все по мелочи. Вот, так что в начале недели будут обзоры короткие и длинные от Кати. Ну и это я закидываю в копилку для ремонта машины. То есть, ну, я зарабатываю деньги не на работе, а отдельно для машины, на обзоре машины, вот. Ну и будем пытаться там залазить в автосалон. Может быть, там что-то удастся, и также будем зарабатывать денежку на обзорах. Лето уже заканчивается, а мой отпуск еще не начался. Дача, шашлык, речка. Вот так проходило мое лето. Надежды на август. По полям, синий трактор едет к нам. У него в прицепе кто-то песенку поет. А ну, малыш, давай, попробуй я... Так, сторисов у меня сегодня куча, ну, извините, может, кому-то интересно все-таки. Вот такую штуку разобрал, потому что все время электричество выключается. Я даже газонокосилку в ремонт возил, оказалось, она работает. Вот разобрал, здесь вот такой узел. Это чтобы она не выпадывала или что? Короче, это так и должно быть, что вот так вот узлом все завязано. Я такое первый раз вижу. Так, знаешь, люди уже написали, что да, это нормально, чтобы не вылетало... Но могло внутри сломаться провод. Ну, короче, я вот так размотаю. Мне в целом-то его, что, потихоньку использую. Проверим, работает, нет. И что, будем резать, разбирать, пересобирать. Короче, блять, вообще траву постриг. Это чумительно. В общем, не умеючи, потому что я не профессиональ. Примерно за час я придумал вот такую штуку. Я взял клеммы. Маленькая вот такая у меня коробочка из-под табака. Я все подписываю. В общем, как дед уже. Пытаюсь сделать, чтобы все везде было на своих местах. В общем, вот, такую штуку приделал, и все теперь работает, так что газон более не в опасности, можно дальше пилить его, газовать. А это что это у нас тут за форсаж играет? Футбольчик у нас происходит. Так, ну что, мы с футбола идем, продолжаем наши автомобильные приключения. Что это тут? А, что за анаконда? Давай 8, кабриолет, 250 лошадей, мех от 5 лошадей. И вот он, сам красавчик, хозяин, санечек. Нихуя его, не видно, правда? Мне что, крышу открыть, народу показаться. А, записывайтесь на мои бизнес-тренинги и живите вот так вот роскошно. Вот, будешь на... О, это здесь просто ничего, это там в темноте не видно, что разобрано. В общем, вот, звоните, обращайтесь. Эй, по городу ездить невозможно, короче. Думаете, два... А что, все сделал? Нет. А, два парня в кабриолете, это не гейско? Гейско. Ну, мы на это и рассчитывали. Ой, блядь. Уёбок ебаный, блядь. Нет, ты видел эту хуйню? Узел включается. Ага, блядь. Опять накосячился, да? А что? А ты на четвертую, мне кажется. О, ну сейчас, короче, поедем сейчас. Тут с этой коробкой разберешься, блядь.